Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, которое сопровождается мигренями, головокружением и перепадами давления. Всему виной магнитная буря, которая началась минувшим вечером. Это произошло после выброса корональной массы на Солнце, направленного в сторону нашей планеты. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на 5 классов. Это была умеренная. Ученые предупреждают о возможных перебоях связи в высотных широтах.